Итак, мы возвращаемся на Татышев-фест. Напомню, это фестиваль этнической музыки, ремесел, некий филиал, как его называют, мира Сибири на острове Татышев. Идет он сегодня практически весь день с 15:00 и будет продолжаться до 23:00, поэтому успевайте. Почему нужно успеть, нам расскажут сегодня организаторы и участники. Начнем, пожалуй, с организаторов. Наталья Малощук, руководитель Главного управления культуры администрации города Красноярска. Добрый вечер, спасибо за фестиваль. Давайте пару слов о том, что, может быть, уже пропустили, что было интересного, ну и потом о том, что еще будет. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, мы построили так программу, чтобы действительно каждый мог по интересам побывать здесь, как мы уже так появилось название, Этнополяне. Город мастеровых, ремесел, да, он был представлен, и мне было очень приятно, что несмотря на то, что фестиваль начался официально в 15:00, то уже в час, в 13:00 подходили все желающие приобрести эти сувениры и пообщаться с мастерами. И, конечно, концертная программа в 17:00 была по-своему интересна. Это молодые, ищущие себя группы, приветствующие этно-рок, этно-транс, группа Хара Абакан, группа Живая Вода Минусинск. И особенно приятно, что и наши красноярские ребята, кто приветствует, изучает фольклор кетов, кетский фольклор Шотландии, представили просто удивительную палитру ирландского танца, ирландского звучание, поэтому все зрители только аплодировали с благодарностью. Конечно, жаль, что не услышали работу Сергея Старостина. Его уникальные инструменты, которые сохранены, и именно сохраняя все секреты сложения этого рожка, этих замечательных дудочек и так далее. И при этом, конечно, вот сейчас мы с вами слышим Инну Желанную. И Сергей Старостин, и Инна Желанная. Это хедлайнеры проекта, о котором вы уже сказали, международного этнического фестиваля «Мир Сибири» не только в этом году, но и уже практически за все 13 лет работы фестиваля. Мы рады, что в Шушинском есть такой проект, потому что вся страна, весь мир обращает на это внимание. И я не соглашусь с вашей формулировкой. Сейчас не филиал «Мира Сибири», сейчас этнопраздник «Татышев-фест». Впервые он наш. Красноярская история начинается, но мы искренне благодарим Министерство культуры Красноярского края, дирекцию фестиваля «Мир Сибири», потому что поддержали идею Камыша Кривича Акбулатова, главы города Красноярска. А почему мы это делаем с душой и с радостью? Именно потому, что очень хочется, чтобы в нашем уже миллионном городе каждый мог окунуться вот в эту самобытную культуру, которая сформирована предыдущими поколениями. Да, вы как раз начали об участниках фестиваля. Сейчас познакомимся с одним из них. Это Игорь Колесников. Игорь, спасибо, что пришли. Вот вам как здесь? Нравится ли публика? Нравятся ли ваши коллеги, которые сейчас на сцене, были уже на сцене? В принципе, вот саму задумку, как оцениваете, похоже ли это на «Мир Сибири» или это лучше? Ну, должен сказать, очень потрясающий фестиваль, все очень интересно, очень теплая, очень действительно теплая городская такая атмосфера. То есть, несмотря на то, что мы сейчас находимся практически в центре Красноярска, ощущение, что это какой-то open-air, где-то вот на выезде, но при этом, опять же, в городе. Потрясающие коллективы, очень хорошая музыка, качественная, безусловно. То есть, ну вот, тут Инна Юрьевна Желанная на сцене, этим все сказано, как говорится. То есть для нас вот просто честь выступить на одной сцене, то есть с людьми, на творчестве которых мы сами растем, как музыканты. Вот. Сравнивать с «Миром Сибири», то есть хорошо там, хорошо здесь, и очень хочется, чтобы это продолжалось, чтобы это стало ежегодным, потому что людям, мне кажется, это очень всегда будет интересно, опять же, достаточно посмотреть на публику, как они это все воспринимают, очень интересно, очень позитивно. Вот я, знаете, заметил, и участники говорили о том, что слушают очень внимательно, но не танцуют. Начнут танцевать или хотят послушать? Вот мне кажется, на «Мире Сибири» как-то активнее включаются зрители. Давайте. Я же еще раз вот обращу внимание, что «Мир Сибири» 13 лет. И это уже буквально как магнит притягивает всех тех, кто уже понял красоту вот именно этих стилей, этих жанров, этого погружения в мир визуальный, аудиальный, мир природы. Если вы приедете в Шушинское, вы видите, в основном все танцуют босиком. Это не случайно, да, потому что это вот именно те естественные начала наши, да, вот родовые, что ли, родословные. Поэтому, мне кажется, все только начинается.
пусть немногие, но хороводы водили. Пусть не все вот встали у сцены, но мне понравилось, что если бы мы обошли всей восточной зоне острова Татыша, вы увидели, как каждый нашел место для себя. Звук очень хороший. Поэтому даже если ты не у сцены, ты здесь прекрасно слышишь. И при этом можешь общаться со своими детьми, с мастерами прикладного творчества, прилечь на пледики и так далее. Поэтому мне кажется, ура, у нас все получилось. Да, спасибо. И вы, если можно коротко, да, совсем добавить, да, вот по этому поводу. Вы знаете, мне кажется, уникальность вот конкретно, допустим, музыки Инны Желанной в том, что люди, которые ее слушают, они танцуют внутри, понимаете? То есть, если приглядеться к людям, прорывается, потому что это все-таки очень довольно сложная музыка для восприятия, то есть нужно немножко себя подготовить, потому что я в свое время первый раз, когда услышал, тоже потребовалось время, чтобы понять, насколько это все очень сложно, интересно, необычно, и все равно вот это вот ощущение танца внутри. Спасибо большое, спасибо. Напомню, мы работали на первом фестивале подобного рода, Татышев Фест. Не переключайте канал, спасибо.